Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 373 свободных площадки нанесли на инвест-карту Кировской области. Об этом сообщили в агентстве инвестиционного развития региона. Среди объектов, которые могут использовать инвесторы, как свободные земельные участки, так и пустующие здания. Например, в Уржумском районе 4 площадки, 2 участка и 2 здания учебных учреждений, которые в данный момент не используются. В Слободском порядка 50 площадок, в Кирово-Чепецке и Кирове около 30. Сама карта представляет из себя геоинформационную систему, на которую нанесены различные данные. Инженерная и транспортная инфраструктура, данные по энерго- и теплоносителям, газификация региона, покрытие сотовой связью и так далее. Экономика. Заключен контракт на установку в Кирове 5000 светильников. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Александр Соколов. Он отметил, что кировские улицы освещают 33 тысячи фонарей, но этого количества недостаточно. Новые светильники будут установлены в центральной части города, на подъезде к Кирову и на туристических маршрутах. Большую часть расходов, 60%, возьмет на себя областной бюджет. Ранее глава администрации Вячеслав Симаков отмечал, что новые светильники будут более мощными. В эфире «Экономика». На дорожный миллиард в Кировской области будут ремонтировать и гравийные дороги. Об этом сообщил Александр Соколов. Он сказал, что программа будет продолжена. А с 2025 года применят новый подход и начнут ремонты не только асфальтовых, но и гравийных дорог. За них также будут голосовать люди. Цитируем. «В итоге это будет уже не дорожный миллиард, а дорожные миллиарды», заявил Соколов. Напомню, что дорожный миллиард – это дополнительные деньги, которые выделяют в нашем регионе на ремонт муниципальных дорог. Выбирают участки сами жители. В этом году благодаря проекту отремонтировали 181 объект. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».